На этих выходных я ездил на родину. Я родом из деревни, и юг Калужской области, там совершенно дикие места. Мы сплавлялись по реке, отсутствие GPS и полное отсутствие цивилизации. Поэтому я немножечко так отдохнул хорошо. Вот, ну, ночевали в палатке, соответственно, там совершенно дикие места. Вот, и я немножечко отошел, вообще сказать, ну, полностью отключился, короче говоря, от всяких этих биржевых дел. Иногда это надо делать. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать про коронавирус. Вот, это юг Калужской области. И там тоже добрался коронавирус. И я приезжаю туда, а там все по полной, карантин и так далее. Вот. Но как бы я особенно не общался там, так сказать, далеко, но мой родной дядя. То есть кто-то спрашивал, говорит, кого-то родственников, знакомых прихватило или нет. Мой родной дядя, ну, он лет на 6, наверное, старше меня. Вот. Коронавирус подхватил, и, соответственно, ну, все признаки там, потеря вкуса, потеря нюха, обоняния, в смысле, не различает запахи. Через 4 дня буквально бешеная температура, отвезли в Калугу, там легкие на 60% уже не работают. Искусственная вентиляция легких и проблемы с сердцем и так далее. Вот, ну, сказали, что лучше бы в Москву. В Москве у него одноклассник, там, то ли заведующим отделением, то есть очень серьезный хирург. Вот, ну, устроили. Сейчас там проблемы, ну, как бы, угрозы для жизни вроде как не существует, но сейчас лечат сердце. Ну и, соответственно, вся его семья тоже. 29 человек на всем районе, и из них трое – это мои родственники. Но семья, надо сказать, что чем моложе люди, тем легче переносят. А вот дядя, он чуть постарше, и, собственно говоря, было очень-очень тяжело. Вот такая штука с коронавирусом. Еду обратно, значит, в Сухиничах меня отказались, например, на заправке обслуживать без маски. Это первый случай, то есть никогда меня, так сказать, ну, как бы не отказывались, а тут отказались. Приезжаю в Обнинск, в Обнинске. Ну, надо было машину на ремонт сдать. Я звоню ремонтнику, который занимается ремонтом, и я накануне поездки ему звонил. Он был такой сопливый весь, ну, так отшучивался что-то. Вот, звоню сейчас, говорю, ну, как дела? Ну, он такой вот, в общем-то, невеселый, а все еще сопливый. Ну, говорит, мать похоронил, коронавирус. Ну, и отец тоже такой же, ну, я подозреваю, что и он тоже. Вот, то есть, все-таки коронавирус это, ну, как бы, такая зараза, которая уже кругом. Меня пока миновала, но я подозреваю, что я буду в числе последних, кто заразится. Вот. Так что вот так. Ну, а мы на самом деле, ну, во-первых, я живу на отшибе и, соответственно, мало с кем общаюсь. Только в магазин выхожу за солью. И хорошие эмоции, друзья мои. Хорошие эмоции. То есть, вот, на речку, на природу. Мы брали препятствия, мы полностью отключились. И нахрен эти коронавирусы нам не нужны. Что еще хочу сказать? Ну, вот, сейчас будет скоро голосование по поправкам в Конституцию. Вот, меня тоже спрашивают, говорит, как ты будешь голосовать, как ты будешь голосовать. Мне не нравится то, что сейчас, мне не нравится
ну, скажем, то, что делает наш президент, далеко не все нравится, потому что наш президент – это его окружение в основном, поэтому я буду против голосовать. Я не знаю, что вы скажете на это, но вот мне это не нравится. Мне не нравится засилье вот этих всяких силовиков, которые исключительно дуболомными методами пытаются удержаться у власти и удержать у власти ту кучку олигархов, которые есть. И не говорите, пожалуйста, что Путин хороший, а бояре плохие. Это не так. Я думаю, что они связаны и взаимосвязаны. То есть он, да, он ищет баланс между ними, то есть он там как бы соблюдает, здесь силовики, здесь эти, но, друзья мои, мне это не нравится. Вот такие вот простые рассуждения. Вот. Ну, а насчет биржи и роботов я буду продолжать, я этим занимаюсь очень активно. Сейчас я тестирую алгоритм, тот, который я привел в предыдущем видео, которое, кстати, набрало очень-очень мало просмотров, поэтому, судя по всему, это мало кого интересует, но я набрал группу единомышленников, мы копаемся, я уже задал вопросы в техподдержку открытия, почему у меня не получается компилировать программу, все будет, и робот будет работать, и из этого робота я буду выжимать все, что можно, чтобы он давал прибыль. И у меня есть уверенность, что он такими будет. Поэтому оставайтесь на моем канале, лайк, подписка. Но про инвестиции тоже будет. Не сомневайтесь. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.